Прокуратура Киевской области направила дело мэра Вышгорода Алексея Момота в суд. Напомню, чиновника и его двух сообщников обвиняют в вымогательстве 300 тысяч долларов и помещение площадью 4000 квадратных метров у представителя строительной фирмы. По данным прокуратуры, их вина доказана следствием. Рассматривать дело будут в Вышгороде. Но в прокуратуре сообщили, будут ходатайствовать о перенесении процесса в один из столичных судов, чтобы избежать давления со стороны обвиняемых. Дату первого заседания по существу назначат в ближайшие дни. У справі є три фігуранта, сім'їм оголошено підозру за статтею 368. Санкція даної статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі, а також заборону займатися певною діяльністю чи займати певні посади строком до 3 років, а також з обов'язковою конфіскацією майна.